Aston Martin выпустил ограниченную партию суперкаров V12 Speedster. У них оригинальный кузов, стилизованный под гоночные машины середины прошлого века. А вот технически открытая новинка — компиляция уже имеющихся узлов и агрегатов. Так, серийный 12-цилиндровый битурбомотор, 8-ступенчатый автомат и дифференциал повышенного трения знакомы по модели DB11. От нее же взяты электронно-управляемые амортизаторы, а от суперкара DBS — углерод-керамические тормоза. В свою очередь, основой кузова поделился Vantage, а сам кузов лишен какой-либо крыши и лобового стекла. Еще один интересный нюанс — серая окраска и характерный декор, которыми щеголяет основной боевой самолет ВМС США, известный под прозвищем «Шершень». Динамические характеристики Спидстера заявлены предварительно. Что известно точно, так это цены. А также то, что все 88 экземпляров машины уже раскуплены. У марки Koenigsegg впервые появится четырехместная модель Gemera. Однако подъемных дверей только две. Автомобиль сможет разгоняться до сотни быстрее 2 секунд при максимальной скорости 400 км в час. Такого результата удалось добиться благодаря гибридной силовой установке. Между тем, в ее основе лежит всего лишь 2-литровый 3-цилиндровый битурбомотор. У него нет распределительных валов, а каждый клапан приводится актуатором. Вдобавок, Gemera имеет 3 электромотора. Один расположен на коленчатом валу, а еще 2 отвечают за вращение задних колес. Всего будет построено 350 гиперкаров, но официальная цена пока не объявлена.